Саня, Саня, ты же еще не полностью седой, елки-палки, выйди, выйди, ты же не полностью седой, выйди. Запомните меня молодым и красивым. Андрюха, сейчас будет экшен, включай камеру. Бешеный Леня. А Саня не боится. Саня по... И Макс уже там. Это ты заманил его? Кто? Витя заманил. Хорошее место. А. Ими нормальный контент, водка цепа, украинская. Где? Украинская, свежая. Свежая. Воняет не так сильно. Первый сорт. Да. Хватило мотора, хватило мотора. Так это... Круто было. Круто, подъем, конечно, очень крутой. Ходом и Альфа Ромео заедет. Он вниз может не съехать. Тут шансов намного меньше, почти нет. Боится, но не понимает, что с ним может быть просто. Он конфеты с белым крестиком ест. Знаете конфеты с белым крестиком? Зеленая упаковочка такая, этикетка. С Днепропетровска. Колеса спускай. Так, где-то телефон опять выпал. Пацаны, ищем телефон, опять где-то лежит, но звонок идет. Идет звонок? Ты, наверное, когда скакал головка. Где-то здесь. А, вот там бежал по дороге. Подожди, за Леней сначала. Сейчас спустит колеса и заедет. Если 0,5 поставишь, то заедет. 0,5-0,4. Сейчас Opel покажет. 0,5 это сильно мало. Давай вперед, да, давай вперед 0,7 оставим. 0,7 оставим. Вперед, да. А зад можно, но, зад можно. 0,5, уже 0,5? Смотри, все. Да. А ты давно их собрал? Да, давно. А, если давно 0,5 выдержит, то что если недавно собрал 0,5... В повороте просто может, да? Разбуется, да. А сколько градусов вода? Вода? Откуда я знаю? Па, вот серьезная машина поехала. Опель сейчас покажет. Ты что, Витя, Витя? Ты вроде как рыбы поел, так кричал. Так, тут уже их трое. Смотри, тут со штурманом идут, прокладывают маршрут, ты видишь? Да. Ага, видишь, руками что-то показывают. Очки поправляют. Да? Да, ты видишь? Руками машут. Это да. Все подготовка. Видишь, как опытный штурманный пилот друг друга чувствует. О, смотри, деликатес. Деликатес нашел наш.
Да, Рубикон. У Опеля есть шансы. А, Саня консультации проводит? Как опытный джипер. Да не, ему разгон нужен тоже. Вована Нива, я думаю, заехала. Да. После тюнинга точно. Так, ну Монтерей разгон маленький. Шансов немного, конечно. Блин, на грани переворота был. На грани переворота был. Копнул ямы. Пол колеса. Первый раз пробки. Сейчас такая яма будет, что даже если будешь идти ходом, будет сложно. Да. Хорошо, спустился 0,5. А не, ну это нереально. Это пониженная. Отсюда нереально. Пониженная. Посмотри, что делает. А, Витя специально ему сказал неправильно, чтобы дать Вите, да? Да, да, Витя понял, у него какой план хитрый. Ага. Какой? Ну, специально, чтобы не заехал, чтобы потом самому перехватить инициативу. Иди, иди. Иди, да. Зрители просят уже. Иди к машине иди. Вить, все, пойди, скажи, да. Ему вторая пониженная, либо первая повышенная. Там вторая. Выбивает? Нет, не выбивает, но ее вот здесь, вы видите, она сразу же падает. Не-не-не, будет хорошо, если это будет... Если разгон взять хороший. Она не поедет. Но если не остановится здесь, то может быть... Я тебе говорю, как надо. Нет, вот здесь пойми, нам надо знать число чуть-чуть. Белый дельфин режет угол. Спустился. На опыте зашел, спустился. Траекторию видишь, как взял хитро? Красиво, красиво, технично. Отходите, Вайт, отходи, Вайт! Вайт! Должен зайти. Молодец. Красиво. Все-таки вторая. Повезло ему, видите? Ну вы что, теперь Рубикон. Отойди, Сань. Лети. Все. Назад. Вот он, флагман американского автопрома. Это тот человек, играющий, который сказал, что только по городу будет ездить, иногда по пляжу. Играющий тренер пошел, сейчас все расскажет, и он заедет, я думаю. Саня сел с штурманом сюда, сейчас покажет. А, видишь, опять сдох. Или сдох. И антибукс, может, не выключен. Или он газ бросил. Может. Саня говорит, что газ бросил в прошлый раз, но сейчас та же ситуация. Так, попытка номер забыл какая. Как-то он тухло едет вообще. У него вообще отсечка существует или нет, а что он его так бережет? Или больше разгон нужен, непонятно. Ну, он как-то или боится газовать. Дальше вообще надо, все дальше разгонялись. Чтобы уже динамика была. Ну что, последний подход. Чуть не проехал.
Так, прошли люди, выровняли почву. Я думаю, сейчас заедет. Не, что-то... А, пилот, смена пилота. Смена пилота. Новый пилот. Ну, сейчас, конечно. Как Рубикон должен ехать, да. Новый пилот, сейчас он возьмет больше разгон. Новый пилот. Опыт сказывается, конечно. Новый пилот. Машину несут людям, да? Да. Так, я сказал, что Леня очкун, но он это не выдержал. Поправь там веревка, я не знаю, чтобы сзади не намотал на колесо. Да, надо. Леня, а что это за веревка? Это вешаную матку. Это если неудачи, да, на шею. Стулья приматываю. А. Сейчас без разгона попробую заехать. Ты хотел без разгона? Без разгона, ты же не спущен. Ну и что? Не заедешь. Посмотрим. Ну давай. Давай, Леня! Давай, Леня! Вот этот Леня, посмотрите в его глаза. Глаза покажи! Без разгона будет пробовать. Говорит, что я хотел без разгона. Ну, хотел, но не знаю, я думаю, это невозможно. У тебя блокировки есть все. Не совсем без разгона, но почти, да, с полуразгона, правильно сказать. Не, ну круто едет, конечно, мотор бэховский решает. Так, опять едет Леня, почувствовал силы, уверенность. Подъем такой, не знаю, как вам показать его. Ну, такой хороший, камера не передает, как обычно. Где-то в два раза меньше он смотрится, чем есть на самом деле. Но его проблема, что он с поворотом и достаточно глубокий песок. Ну и не короткий, то есть длина есть, вот начинается. Ну, такой метров 30, наверное, от начала до. Вот совсем без разгона. Давай. Совсем без разгона. Не канает. Стой, 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 блин. Куда? Экшен, конечно, нам нужен, но не до такой степени. Чуть не перевернулся. Блокировочка сейчас. А переднюю включи, вперед включи блокировку. Не работает. Своим криком его вовремя остановил.
небольшого разгона заехал. Давай, давай, заряди его. Таха надо выпускать. Я знаю. Гипнотизируй его так. Смотри, Витя, гипнотизируй. Давай, надо Таха должно проехать. Таха, Витя. Таха проедет. Неудачненько это сделали. Только Таха сможет, да? Так а что у тебя, мотора хватает? Постой здесь, не напрягайся. Сейчас пошли загонять. Две гайки открутилось. Не, они с этим, с пластиковым фиксатором. Я, Макс. 33-е. 35-е в стоке, вот этот уголок срезаешь, и нигде ничего не затирает. И спереди тоже, да? Да, и спереди нигде ничего не касается. Ну, только ЕТ-шку поставить. Это ЕТ-44 плюс. Звони, заказывай 35-е, завтра попробуем, как едет. Кукла, брон! Там рот кукла. Ничего себе, Леня обгрейдился. Следующие две машины. Тяжеловесы пошли. Та же горка. Что-то как-то. Чуть не заехал. Витя фиксирует рекорд. Да ну ты не набавляй, верни на 10 сантиметров назад. Ну ладно. Такой спуск коварный. Побил свой рекорд, чуть-чуть не доехал. Да, вес решает даже здесь. Идет штурман, сейчас поможет, мне кажется. Спускают шины, Макс сказал. На спущенных, думаю, должен заскочить. Ого, разгон суровый. Ну, уже рекорд побил. Витя, фиксируй, Витя! Так, хотели лебедиться. Уговаривают все, пробую еще. Попробую еще раз, и даже если лебедиться, чтобы ты не зарывался. У тебя ступенька в пол колеса сейчас впереди. Мы верим в вас, да нет, в вас. Ну, тут уже так копнули, ну, заровняли. Вон, Юля заровняла чуть-чуть. Основная масса. Может, недостаточно спустился. Ну, смотрите. Монтерей заехал. А он явно не мощнее. Ну, чуть полегче, конечно. Килограмм на 500, наверное. Или на 700. Копает, но это рекорд, но не хватило, чуть-чуть буквально. Как-то опасно тянут. Помогай, Андрюха. Не, недостаточно спущен, я думаю, что. Больше спустился, заехал бы. И так почти залетел. Да. Вес решает, да. Не, спустился бы сильнее, было бы все по-другому, конечно. Спустился легче было. Намного легче. Макс лежал на этом бревне, исчез.
Давай, Саня, я снимаю. Саня, иди. Ты до меня можешь дойти или нет? Задом попробуй. А мы потом включим наоборот, и ты вроде вперед идешь. Так, вдвоем идут. Блин, офигеть, равновесие у тебя. Алкотестер. Максик, иди пройди алкотестер. Саня, живот подбирай. Он тебя перевешивает. В себя втягивает. Оно не видно просто. Потому что он качает. Алкотестер, вот еще два. Деликатес, который я поймал. Слышишь, какой деликатес? Рыбу. Это ж лучше, чем то, что вы купили. Тихо, тот, кто ел рыбу, идет, глянь. А я же говорил, что он пошел. А ты убежал, когда рыбу открыли, это, да? Это высший сорт. Там есть первый сорт, а плавает второй. А я же говорил, а что где он поймал? Услышал, что 500 гривен банка стоила. Да, сразу да, пошел, я сразу рыбу. Ёханы бабай, жесть. Это стрёмная херня. Макс, выброси ее нахер с борта. Это же такая. Да, да, красиво тут. Блин, как коммунисты о людях думали? Даже моря строили, ты видишь? Коммунисты. Разве? А, украинцы в смысле? Не, мы Черное море выкопали. И это, а, это мы тренировались, типа, да? Разминка была перед Черным морем. Как вариант, да. Да нет, это выкопали, а потом затопили.